Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня 1 апреля. Я не знаю, как это связано с тем, что сейчас будет происходить на экране, как бы. Дело в том, что несколько месяцев назад я пил кока-колу. И иногда, когда я пью вечером, знаете, после стрима, чтобы расслабиться, пьешь кока-колу. Вот, и когда, значит, пьешь кока-колу, мне иногда приходят всякие потрясающие, абсолютно гениальные идеи. Весь список этих гениальных идей есть у меня в файлике специальном, который, кстати говоря, доступен Патреоном, внезапная реклама. Так вот, да, значит, и читал комментарии, параллельно пил кока-колу, читал комментарии. И в комментариях на ютубе там кто-то написал: вот в этой вашей классике вообще ничего делать, скоро будете раздевать персонажей, чтобы их заново одевать. И когда я прочел этот комментарий, мне в голову пришла идея сегодняшнего видео. Или это будет серия видео. Если это видео наберет больше 1500 лайков, это будет серия видео. Сразу скажу, что ничего из того, что вы видели в названии видео, не кликбейт. Да, я вернулся на Пламегор. Смотрите, сколько здесь людей. Вы посмотрите на это, посмотрите на эту дичь, просто ужас какой. Давайте зайдем в банк. Я на самом деле уже из банка все достал. Оно все лежит в моих... Вот, видите, вот эта сумка из банка и вот эта вот сумка из... У меня две сумки из банка. Вот банк этого персонажа. Он совершенно пустой. Абсолютно. Вот, видите, все. Ничего нету. Тут какое-то мясо оттуда выгреб. Топор свой старый. Посмотрите на этот прекрасный топор. Это варовский топор, да. Мне его помогли, кстати говоря, сделать на Вестнике Рока. То есть этот топор получен, он привезенный с Вестника Рока. Импорт. И, в общем-то, наверное, учитывая превьюху, которую я, скорее всего, поставлю, вам сейчас в голову просто такое: чё? Зачем он собирается? Что? Он, неужели он собирается что-то такое сделать? Да, починимся давайте сначала. Починимся. Починимся. Так, а теперь... Значит, сделаем вот так вот. Прощай, топор. Прощай, мясо. Прощай, что это? Ключ Тенегора. А что такое ключ Тенегора? Ключ и какие-то еще квестовые предметы я не буду продавать и избавляться от них, потому что... Ну, их все равно потом придется через тикет геймом восстанавливать, без них как бы не очень хорошо получится играть. Продаем хил поушен и мана поушен. Господи, зачем мне мана поушен? Это что такое? Это я знаю, что такое, это нельзя продать, но я могу это выкинуть. И это я могу выкинуть. И это я могу выкинуть. Это продадим, все. Я ману с собой таскал воином, потрясающе. Пули нам тоже не нужны. Простая печать вознесения, нет, надо это. Так, удочку, наживку, какие-то персики, морковка. Хорошо, не, нормально. Так, еще пульки продадим. Тут куча всяких квестовых итемов на самом деле. Щит, который позволяет парить из Ульдмана. Продаем. Тринка. Наверное, ее можно будет потом снова. Щенок ворга в клетке. Не, нам это не надо. Боже. Это тоже все продаем. Топор, кстати говоря, очень неплохой. Очень неплохой топор из ПРД. Продаем. Конь. Не продается. Удалить. Ножик скиннерский. Так, это у нас квестовая фигня. Коробка конфет. Коробка конфет выкидываем. Вы, наверное, думаете, вот дебил, да? Что он только что сделал? Ребята, это новый формат, инновационный. Да, и все блогеры будут за мной повторять, я вас уверяю. Никто еще ничего такого не придумал. Если вы думали, что это конец... Нет, конечно. Это только начало. А как снимать-то? Мне игра сама не дает. Вроде по правому клику итемы должны сниматься, но они не снимаются почему-то. Лучший меч прирейдовый. Господи, с грейдом, с, тьфу, блин, с этим, с энчантом рыцарь. Окей, до свидания. Чест не знаю, где берется. Гербовая накидка Алого Ордена. Вот тут я знаю, где берется. Какой-то плащик. Шапка с босса БРД. Хорошая шапка. Нек. Какой-то тринкет. Еще неки. Ружье. 8 выносливости. Щиток, 10 единиц защиты, еще какие-то кольца какие-то. 5 дефа, 10 выносливости, потрясающе. Перчатка, пояс, штаны, ботинки. До встречи. Ну, пойдем теперь кого-нибудь найдем. Нам нужен какой-нибудь низкоуровневый. Вот, Хантер, смотрите, допустим. Давайте напишем ему. Привет! Это твой первый персонаж? Он говорит, да, бросил его в октябре. Отлично, отлично. Я нашел того, кого нужно. Смотрите, обмен. 67 золотых, 4 серебряных, 54 медных. Обмен. Что-то он не хочет, по-моему, это денег как-то. Отлично. Аукцион невиданной щедрости. Просто все, что у меня было. Итак, друзья, теперь у меня абсолютно голый персонаж. А зачем? Ну, сложно объяснить. Это... Такое, я заодно отвечу на миллион комментариев, которые вы зададите, типа, кто это посмотрит. Искусство, понимаешь, когда ты продаешь весь шмот и отдаешь все деньги
новый стиль. Господа, у меня нету вообще ничего, ну, кроме квестовых итемов. Я просто не знаю, тут на самом деле часть из них можно выкинуть и переделывать квесты, но... Смысл челленджа не в том, чтобы я переделал квесты, на это мне вообще плевать. В общем, пусть они остаются. Никаких вещей, никаких денег... Вообще, совершенно ничего. И сегодня мы начинаем, если вам, конечно, зайдет этот видос, невероятный путь приключений и так далее к славе великого воина. Давайте у кого-нибудь денег немного попрошу. Только не у того же ханта, просто у кого-нибудь. Вот, допустим, смотрите, гильдия на созвоне. Мне писали, по-моему, что они неадекваты. Или наоборот, писали, что они классные, не помню. Привет! Я самый известный блогер Вов. И я снимаю супер видео. Дай, пожалуйста, денег. У меня постоянно ко мне подходили, ну, пока я играю на Пламегоре, по крайней мере, постоянно подходили, клянчили деньги. Уроды настоящие, попрошайки. Ой, а куда он бежал-то? Стой, где? Куда он делся? Надо метку на него повесить. Вон он убегает, погоди. Он вообще, он проигнорировал меня, я ему написал, что я самый известный блогер. Давайте у кого-нибудь еще попробуем поклянчить. Вот этот шаман. Я знаю по себе, что у шаманов всегда очень много денег. Привет! Мне нужны деньги на белый меч. Я сошел с ума и продал все, что у меня было. Не мог бы ты дать мне 10 серебряных? Значит, дорогие попрошайки, клянчить... Блин, он 49-го левела. Ну ладно, че поделать. Клянчить нужно с умом. Понимаете? Вы можете попросить у человека 10 серебряных, а у него, если много денег, ему будет просто в лом вписывать 10 серебряных, и он даст вам золотой. Поэтому всегда просто просите минимум, и человек сначала откроет с вами трейд, подумает, господи, ну 10 серебряных-то мне не жалко. Потом подумает, ой, какой милый 60-уровневый голый персонаж. Почему бы не дать ему один золотой? Смотрите, как это работает. Он просто убежал. Не, ну я думаю, он меня не заметил. Сейчас я побегу за ним и... Ну ничего, я могу попросить денег еще у кого-нибудь. Похитители забрали все мои вещи. Не мог бы ты дать мне 10 серебряных на меч? Ну вот он я голый воин 60 уровня просит у тебя 10 серебряных. Это же смешно, как минимум. Повод дать... Урод, у него еще 100% маунт. Я все ваши ники запомню, да, я потом в видео, когда буду монтировать, я ники всех тех, кто не дал мне денег, запишу и не буду для вас танковать. Я придумал, где мне добыть первый капитал, так сказать. Прости, гамон. Мои первые бабки. О, пояс гризли, неплохо. А, слушайте, они, по-моему, они все подходят к одному магу. И что-то он, этот маг им делает. Ну, надо разобраться с этим. Мак, ты что тут всем крафтишь? У тебя, наверное, куча денег. Ты должен мне помочь и дать 10 серебряных монет. Мне пишет какой-то аппарат. А, это первый чувак, у которого я пытался бабки клянчить. А, погодите, он говорит... аппарат, говорит, по почте скинет 3 золотых. Аппарату я, кстати говоря, единственный, кто мне ответил. И, ну, возможно, он пришлет деньги, я не знаю, я на монтаже вставлю. Пришли от него бабки или нет. Это тот, кому я сказал, что я известный блогер. Ой, смотрите, и 10 серебряных, Лосан еще дает. Красава. Так, друзья, значит, этот эксперимент позволяет нам... выяснить одну простую вещь. Если вы известный блогер, то вам вышлют 3 золотых даже по почте, даже если ваше сообщение вообще не заметили. Если вы будете просто ходить и клянчить, ну, клянчите не больше 10 серебряных. Сейчас я направляю свои голые, практически голые. Заметьте, что у меня есть пояс гризли, который я выбил с этого, как его зовут-то, с гамона. Сейчас я иду туда, где, как мне кажется, есть вендор оружия, чтобы подобрать что-нибудь себе на свои 10 серебряных и 13 медных монет. Вот он, магазин легендарного оружия. Давайте посмотрим, что я могу тут себе подобрать. Угу. То есть, чтобы купить абордажную саблю на 10 уровень, мне надо 20 серебряных монет. Понятно. А сколько стоит пояс, который я выбил с гамона? 47 медиков. Я понял, что мне придется самому найти себе оружие. Ну или хотите долго клянчить по Агримару, но это не для нас. Я не из этих вот попроша... Серьезно? Я бью ему по 51? О, криты пошли. Это будет долго. Может быть, у меня есть какие-то обилки, которые я могу без оружия прожимать? О, Тандерклаб. Отлично, погнали. Тандерклаб тоже дамажит очень мало. Они меня сейчас убьют. Это же инст для 10 уровней. Я 60-й. Они должны все умереть. Боже, мне нужно хоть какое-нибудь оружие.
Я выбил зеленую! Зеленую, что это? Дубину двуручную. Ох, ну все, создание чазма. Погнали. Ну-ка, герой с зеленой дубин. Она не прокачана! У меня не прокачано двуручное дробящее оружие совсем. Я сражаюсь дубиной хуже, чем руками. Понятненько. Я отошел на минуту взять себе шоколадку, пока качаю дубину. И да, на 60 уровне меня убили в чазме. Змея 14 уровня. Я принял стратегически верное решение, господа. Да, я не могу убивать змеек. Ну, то есть я могу убивать змеек, но очень медленно и рукой. Смотрите, с первого босса здесь падает меч. Мечи у меня прокачаны, по крайней мере. И пользуясь тем, что я 60 уровень, наверное, я могу пройти здесь никого не сагрив. Ничего страшного, ладно, этих мы сейчас убьем. Господи, он еще хилится. Нет, не смей. Меч обывателя. Одноручный. Прощайся с жизнью. Меч обывателя уничтожен. Ну, как-то так себе пока что. Сейчас я себе еще, возможно, отсюда выбью хороший меч. Дорогомам, ненасытный, практически мертв. Вот еще вторая фаза началась. Опять дробящая. Правда, одноручная. Может, она у меня прокачана? Она же отдельно. О, плащик зато. Плащик на силу. Так, со второго босса падает кинжал. Кинжал у меня точно прокачаны. Я могу попробовать выбить кинжал. Нет, мне не нужен честный интеллект. Что за отстой? Итак, я прошел РФЦ. Я могу продать всякие штуки, которые я тут навыбивал. У меня, кстати говоря, 56 серебряных. Сейчас я найду первое оружие, на которое мне хватает денег. Плохие новости. Первое оружие, на которое мне хватает денег, это молот. Дробящий на 19 уровень. Это не совсем то, что мне нужно, потому что то, что у меня есть на 12 уровень, короче, апа никакого не будет. В общем, за 56 серебряных... Я пока что не могу себе ничего купить. У вендора тоже, у вендора за эти деньги продаются айтемы там типа на 20-25 уровень белые. И, как вы понимаете, мне это не очень-то поможет. Поэтому мой персонаж пока что выглядит так. Я продолжу играть и сделаю из него эпичного героя. Full Tier 2 с этих. Ходя с рандомами или там еще с кем-нибудь, не знаю, посмотрим. Если вам, конечно, зайдет это видео. В принципе, в теории я могу, не знаю, до Мао, наверное, ходить соло. Я оденусь сначала в Чазме чуть-чуть, потом пойду в Вален Кавернс. Потом еще мне, может быть, придет 3 золота от того доброго человека. А на 3 золотых можно купить уже что-нибудь. Там, если еще добавить лут с инста, у меня будет, ну, золотых 6. И тогда я смогу купить себе пушку на 50 плюс уровень, хоть какую-то совсем говеную, но хоть какую-то. И в принципе с ней я смогу пойти пофармить, не знаю, КТК, возможно, или непроглядную пучину какую-нибудь. И потом найти, возможно, если я чуть-чуть пододенусь в зеленку с аукциона, пойти в Марадон, возможно даже. Спасибо, что посмотрели это абсолютно упоротое видео с абсолютно упоротой идеей. Увидимся скоро. Скоро еще один, кстати говоря, формат новый, потрясающий. Не хуже этого, даже лучше стартует. Всем пока.